А что это мы тут? А что это мы тут делаем? Я не понял. Смотра рейдж, номер один, я на велике. Что это шо? Зеленые домики? Что это такое? Что это такое? Димон, ты знаешь, что это такое? Это что, реклама? Реклама Смотра рейдж? Это что, реклама? Нам что, заплатили? Нет. Нам заплатили. Мы бомжи. Короче, здрасте. С вами. До свидания. Здрасте, получите. Короче, с вами Вушка и Талибушка. Говорите, короче, напишите сразу комментарий, снимать с Димоном или с Димона, а то мне кажется, он неадекватный вообще. Мне все портит. Мы можем быть с тобой как Энди Фу и этот, как его, Фрэш, но ты не Энди Фу. Короче, пацаны, сегодня знаменательный день, в скобочках нет. 28 число, спустя 2 часа я еле-еле зашел на сервер. Онлайн 228. Пересуна. Короче, тыры-пыры. Ой-ой-ой-ой-ой, там Шкода лагающая. А у меня лоу хп. Короче, Смотра Рейдж, первый сервер. Мы начинаем здесь играть. Будем развиваться. Полноценная МТА, можно так сказать, на сервере. Фу, блядь, на базе Рейджа, на вернее. Чё я пижу, блядь? На базе Китая опять тыры-пыры. Зачем я еду на работу вот этого черта под названием работа вот этого собирателя черта. Черта, собирателя чертов. Нет, собирателя винограда. Если у меня 50 тысяч, пацаны, сейчас выпрошу промокод для вас специального разработчика. На сколько это денег, так что если я успею выпросить до этого момента, как вы смотрите этот видос, то сейчас на экране вылезет промокод. При регистрации внизу там заходите и вводите его. Короче, велик, нафиг, автошкола категории С. Так, нажимаем сюда, подписываем, 10 тысяч у нас сняло. Кнопка переключения режима света, фары и оптики. Димон, что там переключение света, фары и оптики? Тройка. Тройка. А какими кнопками включаются поворотники? Скобками? С этими... Скобками? Или что? Ну такие треугольные. Да, 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 да. Так, да. А чтобы флипнуть транспорт, надо нажать кнопку 2, да? Все, 4 из 4, да? Отдать на проверку. 4 из 4. Все, экзамен. Заведите двигатель, нажав кнопку 4, и двигайтесь по заданному маршруту. Ваш экзамен начался. Тут есть тихо, радио. Тихо, 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 тихо. Прикол? Они после ОБТ добавили... У ЕМА тут копейка боком начала ездить. ЕМА на боком. У меня ЕХА 03599. Короче, они после ОБТшки добавили голосовой звук. Он, короче, когда садишься в тачку, говорит там, пристегните ремень на клавишу такую-то, заведите двигатель, двигайтесь по маршруту. В принципе, маршрут я этот знаю, можно тапку в пол. Они мне специально дали копейку, чтобы я поностальгировал, а? Эх, просто сейчас, как вы наблюдаете, ездит $400 в игре. Вернее, в игре копейка, а в жизни $400. Ладно. Короче, 10 тысяч экзамен, ну, в принципе, на этих виноградниках можно... Да, на категорию Б. Быстро получить. Ну, как хорошо, что я ввел промокод, и мне дали 50 тысяч, они будут это сейчас по полям от этих бегать. Только мне сейчас не нравится, знаете, что? Что у меня лоу хп, и главное, чтобы не какой-то мудак в меня не въехал, и меня все не запоролось! Так, разворачиваемся. Нет, ты поймешь, когда... Это. Короче, я быстро. О, Феликс педали крутит, а я уже на Копендосе едет. Гуччи флип-флап! Ой, чуть не улетел. Так, где на права сдать? В военкоме. Так, тут пацаны педали крутят. Все, я приехал, сдал, теперь мы можем ехать таксовать. Так, все. Вы успешно сдали на категорию С. Здесь бизнес уже купили, пацаны. Да. Почтовое отделение, новая почта, короче. А что, на какую мне, красную или фиолетовую? Чё? Мерку. А без разницы. Фиолетовую. 2 миллиона стоимость, это бизнес на 60 тысяч выплаты. Морковник на тюнинге! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. О, 3Е, я знаю, он... Вор 001. Сколько номер стоит, бро? Вор 001 77 на морковник купил.
Ема, он модник. Так, иди сюда. Мне надо с кем-то подраться, чтобы... Давай, на. На, тебе. Иди сюда. Да чё он убегает? Давай, давай драться. Давай, да, да, тебе, завали меня, да и всё. На. Чё ты делаешь, долбоёб? Ой, что-то у меня лагает, пацаны, лагает, лагает. Пацан уже номер за лям купил, ты представляешь, и это. И тачку купил, это он сколько задонатил. Короче, пацаны, я покрутил педали, мы встретимся уже на этой, на работе такси, давайте. Ты почепиздил. $3 миллиона стоит бизнес на 100 тысяч выплаты. Прикол, тут пацан выкупил уже 3 бизнеса подряд. Сколько стоит бизнес? А, это адвокат, я понял. 3 миллиона. 3 миллиона это 100 тысяч, а 2,5 это 85. То есть 3 миллиона, 3 бизнеса по 3 миллиона это 9 миллионов. Проще говоря, он задонатил 2700 рублей. Но если это был бы обычный игрок, а не админ. Работа такси, пацаны. Так. Опа, планшетик достали, айпадик. Вон, у пацана 3 ляма уже на руках. Да, блю! 5 лямов. Куда ты... Чё так часто пропадаешь? Я не понял. Вы хотите начать карьеру в такси. Обратите внимание на трудоустройство. Необходимы водительские права категории Б. Не рекомендуем эту работу. Б. Не рекомендуем эту работу новичкам. Нужно хорошо знать штат. Я вообще местный здесь. Жил, работал и работаю. Так, мой такси за. Так, вы принялись работать такси. Окей, а где. А, это ж надо принять, а потом начать рабочую смену. Это пацан на Омега, Омега. Я знаю Opel Омега. Это Омега на Шкоде Октавия поехал. Он такой, блин. F5. Начать рабочую смену. Таксопарк, смотр рейдж. Приветствует вас, родитель. Удачи. А чё у меня велик пропал? Ничего себе здесь. Они приветствуют. Не давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня такси на номере такс. Такси и на 01 регионе. А кто не понял, в номере такс 01, это у всех, только меняются цифры посередине. От 0 до 999. Такси-стажёр. Получить необходимый опыт. Ранг. Так, убрать планшет. А как понять, за кем куда ехать? А, вот, все, вот. Вызвал бот, вызвал. 11 тысяч, идите. Ема, здесь 16, 26. Тысяч? Вот, да, 26 тысяч, прикол. Этот заказ уже приняли. А, бля. А, 36. Вот, 36 тысяч, прикол, заказ. То это вообще выгодная работа. Только мне к нему надо ехать 7 километров, и от него 7 километров. Но 36 тысяч, слышь? Это тебе не МТА по 10, по 15 тысяч. Нет, там нормально можно хапать. Это вообще бабки не проблема. Я так понимаю, я сегодня еще на бизнес до ночи могу заработать. Так, давайте посмотрим, что тут по салону. Салон. Ну, в принципе, говно. Вот, мне не нравится вот эта обшивка панели, она как будто в старый телек, вот этот серый фон тарахтит, шипит, помехи вот такие вот. Это обшивка, блин. Это школа. Короче, говно, Паша, а не обшивка. Паша, блин. Я уже разложился. Интересно, Ошки 38798 вы купили или нет? Да. Думаешь? Я не знаю, других ютуберов там Гордей... Скорее всего, АМРы забрали уже. Точно забрали. Наверное. Хотя нет. Вряд ли. Но я работаю на бизнесе, пацаны. В следующей серии мы купим тачку. Но я работаю на бизнесе. Да. Валера, секс 228. Ваша поездка началась. Смотр рейдж такси заботится о вашей безопасности. Пристегните ремень, нажав кнопку 6. Так, мне 8 километров ехать. Ай, я еду раздолбанный, я в том вспомнил. Заводить, алло. Четверка. Можно ли водить в состоянии опьянения, не запрещается. Пацаны, он сказал запрещается, предыстория. 2 года он пьяным разбил двенашку. В столб. Вот, вы заработали 36 300. Все. Бомба. Вы покинули рабочий транспорт на 5 минут. Окей, а сколько стоит такой дом?
на 2 миллиона одно место. А я помню, как мне говорил этот, что, короче, разработчик, я забыл, как его зовут, говорит, вы за лимон спокойно себе дом можете купить. Наебал. Нет активных вызовов, прикол. На такси нет активных вызовов. Я думал, есть, а прикол нету. Это еще мне повезло, что я 36 тысяч заработал, ничего себе. Бизнес, 45 тысяч за 1.5 миллиона. 5. О, есть, есть вызовы, добавились. 18. А где второй? 41 взяли. Прикол? Я только добавили новые вызовы, сразу забрали. Там на 50 тысяч было. А там добавляется сразу 10 заказов или сколько там. И они резко все пропали. Надо, короче, этот планшет тудым-сюдым его дергать, чтобы не словить заказ. И ловкость ваших ручек надо, ловкость, поняли, да. Бизнес за 500 тысяч на 15 тысяч выплаты можно купить. Это самый бичок. Вот, есть активные заказы новые. Так, 42 тысячи можно? Есть, я взял за 42 тысячи заказ. Только мне ехать 10 километров туда. Богатые студенты украли своих... своих папок Шкода Октавия рассекает по центре Москве без правил и нарушает правила ПДД. Ну нахер. Знаете что, пацаны, это смотра, и меня еще не кикнуло. Тьфу-тьфу-тьфу. Мне нравится, знаешь что, мне нравится, что выбираешь заказ. То есть ты можешь выбрать самые дорогие заказы, а не те, которые попадаются тебе в обычные МТАшки. 5 миллионов 4 места. Да, свидос просто, да, свидос. О, я какую-то чику вижу. Вся в татуировках. Такое. Вроде, пацаны, заработать 42 900 еще. Как вы думаете, через сколько дней это все скупят? Сколько дней смотрел загнаться здесь? Да. И тупо донат. Кто там задонатит, там, по 5 тысяч, там, 10. Ну, даже кто мелко вообще донатил, это ж пиздец сколько. Короче, мы заработали 117 тысяч. Закончить рабочую смену. 117 тысяч вы заработали. Все, у меня 157 тысяч на руках. Начать рабочую смену. Явитесь так в сопарк, чтобы начать рабочую смену. Заебись. Сколько мне надо бежать? Еба. А, хочешь угарнуть? Я же себе блок питания взорвал. В смысле? Да я чё там у меня ночью работал, короче, комп. И чё, бахну? Или не, не ночью. Задымел? Я сидел, короче, скачал себе Battlefield 4. Uh-huh. Сижу, короче, играю. Чувствую, что-то дымком начало попахивать. Принюхиваюсь, короче, к блоку питания. Такой, ну, сука, надо выключить, чтоб остыл, блядь. Короче, только начинаю выключать. Как он ебнул, блядь, на полхаты. Я такой кирпич отложу. Так, пацаны, пока я монтирую данный видос, я понял, что у меня он вышел немного сероватым, немного непонятным. Сейчас я все по фактам раскидаю. Мы, чтобы обновить заказы и планшеты, мы нажимаем клавишу F5 и перезагружаем его кучу-кучу раз. Когда появится, мышку сразу наводим в область, там, где принять заказ, чтобы быстрее можно было его забрать. Потом, когда мы нажали F5, нас сразу сортируются заказы по длине, по... расстояние от тебя к клиенту. То есть в самом начале пишет там 0,1 километр, а в самом конце там пишет 7 километров от тебя. И важно не лезть в самый конец, как я вот делал, что ехать 8 туда, 8 назад. Это максимально тупо, так нифига не заработаешь. Надо брать в пределах 4-3 километров от тебя и выбрать, где тебе больше платят, в районе 3 километров. Почему именно 3? Потому что здесь такси считает расстояние не по GPS, а напрямую. А если брать напрямую, если у вас по GPS там будет писать, если у вас где-то 0,8, то выйдет вам, ну типа, расстояние к клиенту 0,8 километров, то вы будете ехать по GPS 1,9 где-то так, или 1,6, что такое. Короче, брать максимум до 3 километров от вас. И также хотел сказать, если вас крашнет, вы можете зайти и забрать деньги, как это реализовано в МТА. Не бойтесь, что вы зайдете, деньги пропадут. А на этом все. С вами Эван. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. С этого дня видосы будут выходить через день. Я уже пошел их монтировать, пошел их заливать на YouTube. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.